В Башкортостане время получения земель в аренду через торги удалось сократить на 14% до 26 дней. Данные за второй квартал этого года приводит Минземимущество Башкортостана в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. При этом, по словам главы ведомства Натальи Полянской, среднее время получения в аренду участков без торгов занимает чуть больше 23 дней. В Башкортостане на постоянной основе проводятся опросы предпринимателей, чтобы оценить уровень их удовлетворенности скоростью решения этих запросов. И вот в этом году показатели продолжили свой рост. Еще больше предприниматели отмечают доступность информации о землях, объектах недвижимости и прозрачность процесса аренды. И вот по данным РБК Уфа, за первый квартал 2024 года бизнесу предоставили без торгов 8 земельных участков для реализации приоритетных инвестпроектов площадью 29,5 гектаров. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2023-го. Также Минземимущество заключило 60 договоров на участке общей площадью 3,5 тысячи гектаров под импортозамещающие проекты. Здесь рост в 4 раза.